Кузнецюк Анастасия, студентка гуманитарного института. Она сама пришла в военкомат и попросилась в армию, сестрой. Но старый покалеченный комбат спросил: не рановато ли тебе в строй? Иди-ка лучше в куклы поиграй. Тебе, печуга, сколько полных лет? Война не для тебя, ты так и знай. Послушай, дочка, старика совет. Но тут ее глаза он увидал. И маленькая хрупкая девчонка вдруг стала взрослой. Медленно он встал и сжал в ладони детскую ручонку. «Куда пойдешь?» — спросил ее солдат. «На фронт», — ему ответила она. «Я медсестрой поеду в медсамбат. Мои погибли, я теперь одна». Стучат колеса, яростно стучат, искрят на стыках рельсов поезда. Один из них — походный медсамбат. Здесь стоны не стихают никогда. И девочка в тяжелых сапогах, с опухшими от холода руками, весь день, как заводная, на ногах, свалившимися бледными щеками. Она жалеет, моет, пишет письма, стирает гимнастерки и белье, и все бегом, старательно и быстро, и жалоб не дождешься от нее. Но скоро госпиталь, и значит остановка, и значит можно будет отдохнуть. Но вдруг упала девочка неловко, и крики полетели: «Взорван путь!» И снова: «Воздух, нас бомбят, ребята!» Фашист проклятый раненых бомбит. Сестренка из походного самбата помочь солдатам раненым спешит. Все дальше в поле, в снеговые дали, где волоком, где прямо на себе, чтоб вражеские пули не достали, выносит раненых на зло лихой судьбе. И снова возвращается девчонка туда, где пули, суета и кровь. Молоденькая, хрупкая девчонка, еще не повстречавшая любовь. «Там кто-то есть», — она тихонько шепчет. «Я видела, молоденький такой». И кулачки сжимаются покрепче под вой фашистских бомб над головой. Она нашла его, едва живого. Терла влажным снегом кровь с лица и обняла, как близкого, родного, и целовала в губы без конца. «Я здесь, родной!» — она ему сказала, на спину взгромоздила и пошла, и все шептала: «Я не опоздала, нашла тебя, хороший мой, нашла!» «Давай, родная, быстро!» — ей кричали. «Ведь он последний, слышишь? Да беги!» А пули, как безумные, визжали и выли в небе бесами враги. Всего два шага ей идти осталось. Но вдруг ее накрыла туча боли. И девочка вдруг тихо застонала. Но крики проносились ветром в поле. «Давай, родная, слышишь?» Нет, не слышит. Но шаг за шагом медленно ступает. Она не видит и почти не дышит. И сердце замирает, замирает. Она упала на руки спасенного, закрытыми навек войной глазами. Слепилась снегом в поле занесенном, и лица жгло солдатскими слезами. Ее похоронили целым миром, солдатским санитарным батальоном. И было вьюга горестным клавиром, играя похоронным перезвоном. И одинокий холмик в чистом поле, увенчанный осколком страшной мины, последним домом, не судившим доли, стал для сестренки Тереховой Нины. Осталось только фото, как насмешка о юности, ушедшей в никуда. Спасенный лейтенант ее поспешно сжал в кулаке на память.
навсегда. Прошло 4 года. В День Победы домой вернулся раненый майор. То было в 45-м, в мае, в среду. Он не спеша вошел в родимый дом. И засияли окна в старой хате. Ему навстречу выбежал отец. Ну, здравствуй же, сынок. Ну, здравствуй, батя. Вот свиделись с тобой наконец. И сын отцу поведал о сестренке, что похоронена одна во чистом поле, молоденькой, улыбчивой девчонке, и о ее войной проклятой доле. И фотографию, хранимую все годы, он из кармана бережно достал. Отец, лишь глянув на помятый снимок, за грудь схватившись, тихо застонал. «Сынок, родной, ведь это я, ты слышишь? Ее туда отправил умирать, и горе, о котором не напишешь, стеснило грудь. Ах, если б мог я знать!» Спустя 3 дня стояли у могилы отец и сын и плакали вдвоем. А после, на колени пав без силы земле, отец поведал о своем. Я умолял ее, просил, не надо. Советовал ей в куклы поиграть. И вот теперь на старости награда ее мне добрым словом поминать. Так вышло, что спасла она мне сына. А значит, виноват я перед ней. Спасибо, дочка, маленькая Нина. И нет тебя любимой и родней.